Всех приветствую на канале. Всем привет. Огромный доброе утро, друзья. Так, заправляю маленький трактор. Сегодня у нас будет мероприятие. Будет отвод лесоделяны дров. Вот. Сейчас приехал, забрал трактор у отца. И где-то половину бака солярки надо заправить. Заправить, короче, до полного. Некоторое время назад, месяца полтора, нам уже отводили деляну, но мы от той деляны благополучно отказались. Деляна была далековато от деревни, но посреди полей, поля там обрабатываются, засеиваются. Ну, поля благополучно там заобрабатываются, сеются. Ну и, короче, если бы мы там взяли деляну, то было бы проблемно, были бы скандалы, проблемы с хозяином полей. Потому что кому нравится, когда ездят по вашим полям, тем более поля обрабатываются, сеются. И вот деляну давали в березовых колках. Вот поле, посреди есть березовый остров. Ну, деревья растут. Так, опа. Так. Короче, от той деляны мы отказались. Вот сейчас должны где-то дать рядом с деревней поближе. Вот. В тот раз я выписывал, в прошлый раз выписывал 30 кубов. Сейчас я выписал 20 кубов. Вот меньше, я говорил, я возьму меньше. Вот так вот. Так что сегодня мы поедем с вами. Поедем в лесоделяну. Я вам покажу, какие дрова сезон 2023 года. Когда я буду пилить их? Да когда? В ближайшее время буду пилить. До снега надо закончить это, заготовку дров, выпилку. Вот. Так что вот так, ребята, поедем с вами. Так, топливо. Топливо примерно, ну, не полный бак, примерно вот так вот. Вот. В принципе, этого достаточно, я думаю, хватит. Так. Трактор. Морозов у нас, кстати, заморозков еще не было. Трактор завелся хорошо, замечательно. Со мной попросился там человечек съездить тоже в лесоделяну. Так, тряпочки у деда нет здесь. Нету. Сейчас возьмем, обтерем тряпочкой. Бак там маленько заморали. Так, заправлялся я на прошлой неделе, ездил в райцентр за солярой. Заправлялся я за 60 рублей 50 копеек. Сегодня посмотрел через приложение. Солярка стоит уже, приложение «Газпромнефть». Сегодня стоит уже солярка 61 рубль 50 копеек. Короче, за неделю она поднялась на 1 рубль. Вот, может быть, и больше стоит. Через приложение такая цена. Хотя бывает так, что приедешь на заправку заправляться, а в приложении там еще не успели поменять цену, а на табло висит уже другая цена. Ну, вот так как-то бывает, ребята. Так, трактор еще ничего не утепляли, еще не вешали, как его звать, утеплительный капот, ничего не делали. Пока что еще летний вариант. Ну, предстоит на днях сделать сезонную. Хотя мы на нем зимой не ездим. Ну вот только что дрова будем ездить пилить, скорее всего. Где дадут деляну? Говорили, что рядом с деревней. Посмотрим. Вот, скорее всего, несколько раз мы съездим на этом тракторе. Если будет недалеко деляна, попилим на этом тракторе, а потом будем ездить вывозить на тракторе, ну, короче, на МТЗ.
Вот так. Нам сегодня в 11 часов должны, сейчас время 9 часов, наверное, 9 нет. К 11 сказали, к магазину подъедете, там будем вам давать лесы. Сбор, короче, в 11 часов. Так что ждем 11. Диаметр. Так, а вот это что было? 32? Потом умножают на коэффициенты, говорят. Не торопись, они коэффициенты другие. 12. 15. 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
что там, как у нас работает. 2,20. Так, отвод. Деляны. 32. Так, а вот это взятый, да, Саня? Да. Так, 32. Вот, 32. Так, отвели лесоделяну, ну, краскал. Вот это наше место. Сейчас покажу березки. Есть березы, есть осины. Так, вот. Ага. Вот. Так, это месяц Иван Селезнев, красный краска, его. Ну вот, теперь надо ездить будет пилить. Крежи, хорошие крежи, нормальные, ничего сложного нет. Пили. Место сухое, высокое, ровное. Тут березы, там у нас осина, у нас хорошая делянка. Хорошая вот по краю березы. Там вот в середине осина. И там вот осина есть.
тут заметил я вот. Ну, хороший. Березки. Вот. Что? Ну, вот. Соседи. Вот. Вот они мои. Осиновые, так сказать, осенник. Вот. Идет с краю. Так это уже не наша. Вот. Ну вот, короче. Там выезд можно сделать. Все, вот дровами доволен ли я, да, дровами доволен. Недалеко от деревни деляна, дорога рядом, место сухое, хорошее. Заплатил за эту, за 20 кубов, у нее 20 кубов, 1300 с чем-то рублей, с какими-то там копейками. Ну вот так вот. Посмотрите за работой лесников. 24 поставил? А вот это ты здесь не сделал? Нет. А? Нет. Поставь 24, 24. Когда можно пилить дрова, начинать? Ага, понятно. И 24. Маленько с ритма сбился. 1-12. Так, это взятое, вот тоже важно. Вот это две штуки не взятое получается. Три даже. Это взятое. Вот это не взятое, Вадик синей краской мечет. Вадик, а перед тобой чья красная? Красная, я не знаю, чья. Колькина? Нет, это Иван, уже идет. А, Иван, Ивана, наверное. Акина 32. Акина 32. Акина 32. Вадик синий метит краской.
Мужики, спасибо. Хорошая деляна, хорошие дрова. Поедем домой. Пойдем потом назад. Володь, по нам же все. Все. Я считаю, хорошие дрова. Главное, что со мной рядом. Это важно. Со мной рядом. Звучит. А у тебя... Что? У нас так риск, конечно. Что-то я надо, что-то будет. А, вот мой парень. Ну. Так, бегал, бегал. Так, вот. Все, ребята, сворачиваемся, едем домой. Нас ждут дома другие дела. Так что всем хорошей погоды. Так, где у нас там банка лежит с краской? Банка с краской, а вон она где.